Вот Николай приехал, к нам представитель компании Лайки Пицца. Вот первый раз за рулем. Там машина аккуратней. Такое прямо у нас тут совсем не броуновское движение. Вот Николай уже движется обратно на крейсерской скорости. Вот так вот может работать и ваша служба доставки. Ну что, Николай? Все просто же? Все просто, очень удобно. И вместительно. И вместительно. Сюда у нас поместится до 10 пицц, даже до 12, если это тормозит. Да даже, наверное, и больше.